велосипеде по Энгельсу. Ну вот, что я пока вижу, вот то и показываю. Вот Энгельс, вот я еду. Спортзал на велосипеде. Спасибо, хоть асфальт нормальный. Тротуаров нет. Та-да! Этот наш всеми известный, любимый архитектор, который по всей нашей стране строит эти великолепные сооружения, здания. Изысканные. Очень вкусные. Здрасте. И посреди английского трэша такие царские хоромы. Хоть бы прибрались бы. Перед носом убрались бы. Вон бульк даже стоит. Вон там Саратов на той стороне.
просто такой красивый вид. Добрый день. Вы же отсюда, да? Да. Скажите, как вам город? Нравится вообще? 50 на 50. А есть какое-то место душе дорогое? Да. Какое? Вот улицы? Это? Улицы, нет, просто улицы конкретно. А стадион. С какими-нибудь воспоминания, с каким-нибудь местом? Стадион, Химик. Там играли у вас что-то? Нет, там что-то свое. Любовь там была? Да. Не закрывайся. Скажите, а вам за что-нибудь стыдно? За этот город? За жителей? Да. А что, например? Все друг друга знают, все друг друга обсуждают. А-а-а. Не, я имею в виду какие-нибудь поступки, что там... Что-нибудь, какой-нибудь асфальт плохой положили там, еще что-нибудь. Дерево срубили. Такое здесь есть? Я вот смотрю, у вас дороги раздолбанные. Ну, не везде. Расслабьтесь, у вас всего лишь 1 000 000 человек просмотрят, ничего страшного. Окей. А чтобы прочувствовать душу города, вот куда идти? Прям пришел такой, типа, вот я в Энгельс. Центр, набережная, вот тут. Химик, стадион. Ну, что короче, вот это вот, да, самое? Стадионы. А, стадионы. А креативные места, я так понял, что нет, да? Судя по тому, что вы не сказали. Ну, не особо. А если бы город мог говорить, что бы он сказал бы своим жителям? Ну,